Безопасность на производстве, снижение издержек. В Удачном готовится к сдаче в эксплуатацию экспериментальный завод по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ. Аналогов в нашей стране, да и во всем мире нет. Чем он уникален и почему выбор пал именно на этот проект, узнала Ирина Балкова. 23,5 тысячи тонн взрывчатки в год. Мощность мобильного модульного завода в Удачном. Запуск в эксплуатацию 1 октября. Использовать взрывчатые вещества планируют на подземном руднике Удачный и карьере Зорница. Это первый опыт в нашей стране по изготовлению сразу двух видов взрывчатки для промышленных целей. Уникальность в том, что этот завод состоит из 10 модулей, но все они соединены, что является плюсом для зимних условий. К тому же на одном заводе делается три вида эмульсионных веществ. Научно-исследовательский проектный институт горных машин города Екатеринбург разработал проект и провел монтаж всех модулей и оборудования. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы. НИПИ «Гармаш» является единственным изготовителем отечественным данного типа модульных линий, которые единственно предлагают полный цикл, технологию и, грубо говоря, строят завод под ключ. И аналогов в мире практически не существует. Ранее для транспортировки и хранения взрывчатых веществ требовались определенные затраты. Сейчас при изготовлении взрывчатки на месте ожидается снижение издержек. После получения разрешения от Ростехнадзора о применении данных взрывчатых веществ завод заработает на полную мощность. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».